Мобилизация. Кого призывают и на какой срок? Указ о призыве на военные сборы граждан из запаса, который накануне подписал президент, ничем не отличается от таких же указов прошлых лет. Не стоит стрессовать только из-за этой подписи. Сборы не могут длиться дольше 2 месяцев. На основании постановления правительства от 29 мая 2006 года, номер 333. За все время пребывания в запасе человека не могут привлекать к сборам больше, чем на 1 год. Но и чаще, чем раз в 3 года. Повестку он тоже получать не должен. До какого возраста могут призывать? Зависит от категории запаса, которая подразумевает очередность мобилизации, от воинского звания. Крайняя граница призыва разнится от звания к званию. К примеру, для солдат предельный возраст пребывания в запасе 50 лет, полковников и капитанов первого ранга 65. Вся подробная информация о мобилизации и закон, на основании которого сейчас можно узнать о мобилизации, у меня в телеграм-канале по специальному хэштегу. Переходите по ссылке в профиле, чтобы остаться в курсе последних военных новостей без рекламы.